Я просто хочу, чтобы вы все, в том числе и в Карачаево, Черкесии, все вот карачаевцы, все понимали, что это порода мифическая, несуществующая. Доброго времени суток, дорогие друзья, сегодня рассмотрим еще один документ 1940 года. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Племенное дело в коневодстве, автор Хитенков, сельхозгиз, Москва, 1940 год. Оглавление статьи, страница 18. Породное районирование коневодства СССР. Открываем страницу 20. Читаем. В качестве улучшающих пород, наиболее хорошо зарекомендовали себя в метизации проектом плана породного районирования приняты следующие породы. По верховым – английская чистокровная скаковая и ее производные, донская, англо-донская, арабская, стрелецкая, русская верховая, ахалтекинская, ямутская, карабаерская, лакайская, кабардинская, карачаевская. Для особо глухих наших друзей, повторяю, в качестве улучшающих пород в списке пород перечисляется карачаевская. Это тоже отгашность. Все это отгаш. Это тоже отгашность. Все это отгаш. Это тоже отгашность. Все это отгаш.